Кир, я видел гробницу с изображением великанши с множеством книг и видений. А, это охранительница знаний Гроа. Она была сильной чародейкой, собравшей все книги с тайными знаниями в надежде достичь такой мудрости, чтобы найти своего пропавшего мужа Аурвандиля. Но муж не явился ей в видениях. Вместо этого Гроа, которой никогда не было равных в даре предсказания грядущего, увидела Рагнарёк. Конец и начало всего. Когда об этом пророчестве услышал Один, он решил заполучить знания Гроа в своих корыстных целях. Один часто пользовался услугами Гроа, и та встретила его в своей библиотеке как доброго друга. Провидица не знала, что именно Один стоял за исчезновением ее мужа. Он использовал чары, чтобы скрыть его гибель от рук Тора. С улыбкой завистливый Один схватил ее за горло и забрал у Гроа не только библиотеку, но и жизнь. Я знал, что Один плохой, но чтоб настолько? Подлость? Варварство? Жестокость? Да, это все Один. Предлагаю посидеть пару минут в тишине и поразмышлять о его чудовищной злобе. И вот. Подумай еще. Хорошо, продолжай. Yeah.
Эй, слышите? У меня к вам еще одна просьба. Что тебе надо, гном? Есть еще ниточка, ведущая к старине Андвари. Давайте встретимся в юго-восточных шахтах. Там вас ждет очень лакомая добыча. Какая ниточка? Мы его уже нашли. Ну, по крайней мере, руку. Я все объясню в шахтах. Они к югу от речной долины. Кстати, вам тут вообще что-то нужно, или так и будете стоять, таращиться рты разину? Я снял кольцо с руки моего старого друга Андвари. Его всегда тянуло к душам, темным ритуалам и прочим тайнам. Сечете? Когда я слышал удары его молота по металлу, у меня у самого внутри разгоралось пламя. Черт, как бы я тут совсем не расчувствовался. Эй, Брок, взгляни-ка. Что вы принесли Броку? Я вижу, вы наткнулись на путников. Точнее, один из них наткнулся на вас. Кто они? Что им нужно? Не знаю. Какой ты любопытный. Ну что вы там ковыряетесь-то? Идем уже! О, чуть не забыл. Брок, это наш новый друг Мимир. Знакомый. Мы знакомы. О, почему ты мне не сказал? Он у него спросил. Я знаю. У тебя это надо. Ты знаешь. Тихо. Хватит. Короче, я уже пожалел, что спросил. Неужели вы с братом не можете помириться? Наверняка все можно исправить. Вы же семья. Вот только не надо меня лечить. Уж я-то знаю, что значит семья. То, что мы делали, наше оружие, было легендарным. Его знали во всех 9 мирах столько лет, что я и сосчитать не могу. Разве можно такое перечеркнуть из одной паршивой? Паршивой чего? Да ничего. Слушай, тебе случайно никуда не надо? Ну, заходите. Вот где отдых в тишине.
неплохо. Все равно пора сделать перерыв. Вы идете или как? А можешь рассказать о великанше с луком? Это была Скади, покровительница охоты. Ее отца звали Тьяци. Он умел принимать обличие любых животных и обучил Скади охоте на них. Из ребер животных она сделала себе вторую пару стоп, чтобы скользить по снегу и нагонять любую добычу. В охоте ей не было равных даже среди богов. Сам Один хотел взять ее в жены, чтобы она подарила ему сильных сыновей. Но Скади его отвергла. Оскорбленный Один поклялся отомстить. Пошли слухи, будто Асом стал досаждать орел, похищающий драгоценные золотые яблоки Идун. Самые искусные лучники-боги не могли его убить. Один знал, что Скади обязательно захочет доказать свое превосходство. И она начала охоту. Скади выследила орла там, куда могла добраться только она на своих лыжах, и пустила стрелу. Отправившись за добычей, вместо орла она нашла своего отца, несчастного Тьяци, убитого собственной дочерью. Ею овладели отчаяние и стыд, ведь нет ничего более противного природе, чем убийство родителя. Скади покорилась судьбе. Одеяло вечной зимы накрыло ее вместе с отцом в прощальном объятии длиною в вечность. Печально. Да, боюсь, все истории про великанов плохо заканчиваются.
Здесь можно высадиться. Это все. Голова, сколько в тебе историй? Когда же ты расскажешь интересную? Прошу прощения. Он тебя оскорбил. Да, понял. Хотите поразительную историю? Тогда, братцы, я расскажу вам о забияке Грунгнире. Всю правду, не байки всякие. Ужасная битва, да? На алтаре было, как он сражается с асами. Хорошая история, но нет.
Грунгнир родился и без головы, и без сердца, поэтому великаны сделали их ему из камня. Он был силен, это да, но простофиля ужасный. Однажды Один встретил его в Мидгарде и счел настолько забавным, наивным и безобидным, что пригласил его в свой дворец в Асгарде. Там он вдоволь напоил Грунгнира медом и повел разговор так, чтобы тот начал хвастаться и кривляться всем на потеху. Я видел, как смеялись асы, когда Грунгнир запрыгнул на свой щит и поклялся убить нас, а женщин забрать с собой в Йотунхейм. И тут пришел Тор, и он не смеялся, о нет! Тор глянул на пьяного болвана и обрушил ему на голову Мьёльнир, да с такой силой, что осколки Грунгнира до сих пор засели у него самого в черепе. Острые камни так и брызнули Тору в лицо, а потом на него с тошнотворным хрустом рухнуло тело Грунгнира. И снова по залам дворца разнеслись громкие раскаты смеха. Ужасная история, Мимир. Мама таких не рассказывала. Вот тебе и мораль. Правда, не так красиво, как мифы и легенды. У меня вопрос. Если Ймир был первым великаном, откуда он взялся? Вначале был Гинунгагап, великая пустота. Миров еще не было, только первозданные силы. Был огонь и был лед. И встретились они в пустоте и образовали... Воду? Не просто воду, а живую кровь для чего-то совершенно нового. Из этой воды... возник и мир, воплощение созидания и хаоса, мать и отец всего, что родилось после. Даже асов? Да, всякий бог, человек и зверь вышли из плоти и мира. Однако из всех именно асы считали, что они выше остальных существ и вправе повелевать ими.
Именно Один поднял руку на своего Создателя и пролил животворящую кровь Эмира. Он сказал, что так было нужно, чтобы навести порядок. Из разорванного тела Эмира Один скроил Мидгард на свой вкус. Себя он назвал Всеотцом, будто он сам был Творцом, а не убийцей Творца. Мелкий, завистливый тиран. Мимир? Ой, прости, парень. Я думаю, нам лучше закруглиться на этом месте. Еще имя. Рота. Это словно мемориал Валькирии. Thank you.
точно. Гляди в оба, сэр! Еще один. Это Трим, король ледяных великанов. Верно. И большой хитрец. Это Мьёльнир? Он украл молот Тора? Ага, на время. И почти всех убивает Тор. Представь себе. Huh?
Делал это, потому что любил валькирий. Кто же? Может, королева?
вижу что-то внизу. Причалим здесь? Посмотрите, кто пришел. Поболтай-ка с кольцом. Что? Я не слышу мысли колец. Оно говорит. Это Андвари. Ха, я знал. Он отправился в шахты Велунда, чтобы узреть свою ошибку? На него напал душеед, и, умирая, Андвари успел заклятием переместить свою душу в это кольцо. А потом... А где он припрятал добро? У Андвари была мастерская с самыми разными прибамбасами и навороченными инструментами. И среди них такой молот. Так вот, пусть скажет, где молот. Ты его обижаешь. И что? Берите-ка Андвари и сходите прогуляйтесь туда. Если найдете его молот, я вам такое смогу отковать. Погоди, вы входной камень-то не забудьте. Другое дело. Да и хрен бы с вами. Андвари не любит, когда берут его вещи. Мне наплевать. Я ему так не скажу.
Подскажи. Я готов. Андрей говорит, тот гном был из его команды и погиб из-за его ошибок. Он грустный. Кого волнуют печали кольца? Ему не нравится. Он говорит не спускаться туда. Сумма, хватит слушать кольцо. Ему нельзя доверять.
Заткни ты это кольцо. А как заткнуть?